Так, привет, друзья. Сегодня продолжаем гонять Supercross 4. Сегодня поедем на Yamaha, то есть это новый мотоцикл, новая трасса, но перед этим надо мотоцикл улучшить, друзья мои. Я немножко тут замедлил, чтобы успеть сказать. Сейчас будем улучшать мотоцикл и тратить денежки на него. Ну что ж, парни, заветная кнопочка улучшения. Погнали! What's going on? Друзья, у нас кончились денежки, но у нас есть волшебная программка, которая нам принесет денежки. Друзья, поразвлекались, мальца. Давайте создадим гонку. Так, Yamaha, все стоит правильно. Так, трасса у нас третья получается по счету. Идем по порядку. Ничего выбирать не будем. Так, настройка гонки, у меня все по максимуму. Погнали. Так, первые две гонки я уже проехал. В первой гонке даже лучше время показал. Так, сейчас представление. Main event number 3 is in the game. Ricky, the riders are going to have to dig deep to find the strength to get the win. You're right, Ralph. After two high-intensity races, the third event of the evening is waiting for them. They'll have to squeeze out all of the energy remaining to not waste the results achieved in the previous races. Ну так себе, конечно, ну не знаю, салюты, все огни, все салюты остались с предыдущих игр. Ну что, погнали, парни, погнали. Трасса интересная, пару преград, не преград, даже я не знаю, как там. Очень сложная, очень надо сложить. Сейчас я вам расскажу на первом круге, наверное, насколько это сложно. И как надо правильно высаживать мотоцикл здесь. Высаживать, направлять. Трасса вроде не длинная, но она очень сложная. Вымерять надо, правильно вымерять. Погнали, короче, сейчас я все расскажу. На старт они делают только так.
Так, здесь нормальные прыжки еще. Такие. Тихие. На малом газу. Вот здесь начинается самое сложное. Здесь мы прыгаем вправо на малом газу. С трамплина сразу влево переходим. Еще раз влево. Здесь очень сильный разгон. Вот сюда мы должны попасть. И здесь средний разгон. Вот сюда. И здесь очень сильный разгон. И то, видите, не хватает. Если чуть-чуть там ошибетесь, вы просто не долетите. И просто вас все объедут. Как бы вот так. Вот та прямая, она самая сложная. Здесь уже все. Короткая трасса. Уже вот перед финишем. Трасса очень короткая, но вот та прямая очень сложная. Сначала надо уходить вправо со средними прыжками. Газ вообще малый. А потом влево, тоже на малом газу. И потом очень сильный разгон, выверенно. Как бы вот так. Ну что ж, погнали, смотрим гонку. Гонка интересная. Штрафы здесь дают вообще не по-детски. Даже не задевая пуфик, просто подъезжая в некоторых поворотах просто вот к этим пуфикам, вам уже дают штрафы. Ну это бред какой-то. Вот увидеть в конце гонки, мне ни за что дали штраф, я даже не задел пуфик. Все, парни, давайте смотреть, гонка тоже интересная. Все, погнали.
Так, что ж, гонка подошла к концу. Лузеры! Как бы вот так. Шутка юмора такая. Ну да ладно, у меня лучший круг, но не совсем. В первой гонке я сделал минута 0,2 круг. Вообще прикольно. Как бы давайте посмотрим повтор, парни. Повтор классный, интересный. Немного пропадают тени, немного мотоцикл не касается даже почвы в некоторых местах трассы, как бы вот эти баги. Но смотреть все равно приятно, классно. Ну как классно. Мотоцикл дергается, как я уже говорил. Но все равно повторы мы всегда будем смотреть, потому что это интересно. Все, парни, я на этом буду прощаться. Всем удачи, парни, всем пока.
What a great battle! They fought bar to bar for the glory that comes with winning a Monster Energy Supercross.